Традиционный большой спортивный праздник под кодовым шифром БСП молодежка в СМПО проводит уже восьмую осень. На этот раз просторы Мельничной, где обычно собиралась молодежь, заменил легкоатлетический манеж «Сигнал». Причина смены места была вполне ясна – пасмурная погода и ожидающийся дождь. А под куполом места хватило всем участникам БСП. Большой спортивный праздник – это праздник спорта, в котором принимают участие не обязательно профессиональные спортсмены, а вообще активисты, вообще простая молодежь. То есть это праздник, который доступен для любого. Главное – побороть свою лень, отложить свои дела, прийти и поучаствовать. Как по свистку, ровно в 11 часов утра команды цехов нашего предприятия выстроились на линейку. И после приветственного слова молодежных лидеров из микрофона уже доносилось. «Лицеисты и цех номер 22, в центр поля, становись!» Все виды спорта, а это стритбол, настольный теннис, волейбол, футбол, эстафета, проходили одновременно. Девушки уже пробовали свои силы в упражнении на пресс. 34, 36, 37, 38, 39, 40. Анна Петрова из листопрокатного комплекса в СМПО отжалась больше всех. 51 раз – это был рекорд на тот день. Единственный вид спорта, который провели в стенах спортивного комплекса «Чайка» – это настольный теннис. Массовости среди участников не наблюдалось. Так совпало, что одновременно с молодежкой разминались спортсмены из секции тенниса. Но все же нашлись такие, кто считает теннис одним из любимых видов спорта. Например, победители прошлогодней комплексной спартакиады и чемпионы новаторской эстафеты – спортсмены из 16-го цеха. Ты когда играешь, как бы узнаешь соперника в его манере игры. Какой он вообще соперник интересный, там, как он в жизни себя ведет. Потому что игра рассказывает о человеке. 16-й рулит. Рулит Тагил. 16-й делает план. А в центре Зеленой Поляны в это время планировали и воплощали на практике свои подачи футболисты кузнечного комплекса. Несмотря на атаку лицеистов-первокурсников, сдаваться они не собирались. Чего только стоит один выход на поле новой спортивной звездочки Виталия Кривцуна. На ВСМПО в цехе номер 22 он работает недавно, но уже успел засветиться на осеннем кроссе, показав наилучший результат в абсолютке среди мужчин. Если бежать, надо выигрывать, ну, чтобы бежать для победы. Я не люблю, чтобы бежать и проигрывать. Если бежать на дистанцию, вылаживаюсь до конца уже. Бежать надо. Бежать так бежать. А есть у тебя какой-то девиз? Не знаю, быстрее, выше, сильнее. По итогам большого спортивного праздника молодежь 22-го цеха взяла большинство призовых мест. На протяжении соревнований у них шла упорная борьба с представителями цеха номер 32 и учащимися политехникума. Кстати, учащиеся политехнического техникума имени Алексея Евстигнеева два последние года принимали переходящий кубок БСП, который теперь получит постоянную прописку в цехе номер 22. На следующий год аббревиатуры БСП вы больше не услышите, потому что молодежка в СМПО на следующий год планирует провести кубок вызова с участием команды из города Березники.